Спасибо. Спасибо. Я поддерживаю это решение. Я считаю, что это достойный президент, который у нас был. И нам будет с ним и дальше хорошо. Я думаю, что коней на переправе не меняют. И один срок, который даст укрепиться всей России. Я считаю, что это верно. Вы будете голосовать? Да. За Владимира Владимировича Путина. Это значит, что у нас впереди 6 лет не очень радостной жизни. Он слишком долго. Ну, Путин действительно пользуется довольно высокой поддержкой практически во всех слоях населения, во всех группах. Но эта поддержка связана с одобрением его внешнеполитических достижений. Пропаганда создала ему образ национального лидера, который восстанавливает статус России как великой державы. Спасибо большое. Во внутренней политике достижения Путина оцениваются гораздо скромнее или даже негативно. В области экономики там скорее это неудача, в области борьбы с коррупцией это просто провал. Да, это очень приятная новость, потому что я лично поддерживаю его идеологию, и я лично поддерживаю Владимира Владимировича. Мне приятно, что он вновь выдвигает свою кандидатуру на пост президента.